куда-то. मैं जवान था, कृति राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था, कालीनाथ। मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शैंग्रीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। जानवर के दांतों से अटका। भयंकर लड़ाई हुई थी, शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? शैंग्रीला पर आक्रमण किया, इस धरती की नहीं, साफ मन के नहीं। कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शैंग्रीला को चुराना चाहती थी। जाने के लिए नहीं, बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए।
मेरे जैसा किरती खोज करता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है, फिर भी यहां वो शंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था, जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो। अभी जाओ। प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों। वो इतने बड़े थे। मार्गदर्शन कर रहा था।
मन। अजीब शक्ति का एहसास हुआ। ये माला राजा द्वारा किरती योद्धाओं को दिया गया एक बड़ा सम्मान था। मैंने ये माला किरत में उसके परिवार को वापस लौटाने की कसम खाई। स्थान को ढूंढना है, उससे बचाना नहीं है। कहा जाता है कि शंग्रीला वो जगह है जहां भगवान कीरा की ज्ञानोदाई हुई थी, इसलिए जन्नत में प्राकृतिक दुनिया के नियम लागू नहीं होते। Yeah.
जब मैं बच्चा था तो मेरे पिता मुझे शंगरीला की घंटियों की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी ध्वनियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। Какого черта? С возвращением в реальный мир. Что произошло? Я в порядке. Ты пришел сюда с танка? Да, и ты повесил ее в рамку, а потом улегся на пол и уснул? Да. Ты был в трансе. Бормотал что-то. Что было-то? Сам не понял, до сих пор в шоке. А раньше эта штука тут была? А, это семейная реликвия Гейлов. Передается из поколения в поколение. Я разве не говорил? Нет, не говорил. О. Ты просил короткую версию. Да, а мы просили тебя прихватить немного той чудной травки. Ты нашел ее? Я вроде как занят был. Да, ну ничего. Ничего. Забей. Но если найдешь эту танку, помни про нас. Так, все, мы валим. За остальным барахлом кого-нибудь позже пришлем, ладно? Ну да. Мир, брат. Мир, брат.
будешь молиться смерти! Рады с вами Раби Райрана. Друг мне сказал, что армия короля нападает на лагерь кочевников по всему Кирату. Ну да, круто, большим парням дело будет детишек. Так что, ребята, мы без того тяжко. Ну только представьте себя на их месте. Стоят в шатрах, вечно тащатся куда-то нахрен тащить. Играют вообще небось в коробке. А как они будут принимать? Небось наполняют бурдюк водой и опрокидывают на себя, как дикие звери на водопое. Честно. Знаете, мне унитаз нужен. Я привязан к унитазу. И так будет до самой смерти. А еще к беде моя задница чистая, как дудочка. Играть можно на ней, понятно? Представьте себя на их месте. Вы воняете, стоите в коробку и вечно валандаете с места на место. Вечером, небось, хочется одного. Лечь и забыть, что ты вонючий бродяга, измазанный говном. И тут внезапно тук-тук-нео появляется армия короля и говорит: «Эй, парень, мы сейчас нашпигуем тебя свинцом! Убьем тебя и всех твоих друзей!» Какова мораль? Не будь кочевником в Кирате. А самое печальное, что мы не выбираем, где родиться, а принимаем свою культуру и цивилизацию такими, какие они есть. Ну, здесь, например, что тут? Парень в доме живет, а пахнет, как кочевник. Как такое может быть? Не отрицай, я был у тебя в гостях. И да, ты душ из бурдюка принимаешь. Надо чаще мыться, чё-то. Пожалуйста, мойся почаще. Рады с вами Раби Райрана. Друг мне сказал, что армия короля нападает на лагерь кочевников по всему Кирату. Ну да, круто, большим парням дело будет детишек. Так что, ребята, мы без того тяжко. Ну только представьте себя на их месте. Твой вечный должник. Спасибо. Я в неоплатном долгу. Так, надо выпить. Салам, бета, аджай. Что ты наделал, аджай? Думал, что спасаешь мир? Подумай головой! Поля, что ты сжег? Были нашим будущим. Лекарства, книги, нормальная больница. Проклятие. Но нет. Забал сказал, опиум плохо, и Аджай тут же схватил факел. Я просто... Что такое? За живое задело? Не привык, что тебя такого чудесного критикуют? Ты не видел Кират до войны. Мне было 6 лет, когда мне выбрали мужа. 6! Вот какой Кират нужен Сабалу. Я не то... Пойми, Сабал не тот, кем хочет казаться. Раз он такой великий хранитель традиций, почему не отправил тебя охранять статую Киры? Кого? Статую Киры. Пол приказал уничтожить их. Хочет настроить народ против Золотого Пути. А это нам ни к чему.
слушаете радио «Свободный Кират», и с вами Раби Райрана. Друг мне сказал, что армия короля нападает на лагерь кочевников по всему. Прекращать огонь! Я тебя сделаю!
сделано. Спасибо, брат. Эти статуи – душа Кирата. Пора зажечь жаровню, чтобы напомнить людям о том, что их защищает Кира. Сабал, как мне добраться до этих сраных жаровень? Лезь, брат, лезь. Забавно. Когда ты вернулся, я думал, устроим дома уборку. Смахнем пыль, потравим террористов. Весенняя уборка Кирату не повредила бы. Мальчик мой, тебе не пристало наемничать. Как думаешь, почему Амита и Сабал тебя охмуряют? Они тебя боятся. И не зря. Свободный Кират, с вами Раби Рейрана.
Не секрет, что Кират попал в глубокую финансовую жопу. Но Амита исправит ситуацию. Школы, больницы, деньги на зарплаты врачам и учителям. Возможно, даже вакцинация. Конечно, это опиумные деньги. Ну и что? И знаете почему? Потому что наркотики – это весело. Раби Рейрана повторит. Наркотики – это весело. А знаете, что лучше всего? Эффективность. Да, травка знает свое дело, и гаштажа. Они настолько эффективны, что даже в рекламе не нуждаются. Хватает сарафанного радио. Не зря же люди добровольно гробят свои жизни ради наркотиков. Так что Кират ждет процветания, уж поверьте мне. Умные люди инвестируют в опиум. Так что не теряйте времени даром. Мы уже идем к вам. Говорил я, кто-то там есть! Я видел сквозь деревья. Чё? Хрен там, ты услышал шаги. Сам знаешь, я тук на ухо. Помнишь Сан-Паулу? А, тот тромбонист. Однорукий тромбонист. Но раз Аджай здесь, пусть он рассудит наш с тобой спор. Он-то может, но он наш гость. Окажем теплый прием. А, не волнуйся, отличная дурь. Угу. Мы называем ее Окаджа. Раздвигает границы восприятия. Но для полного эффекта он. Thank you.
за черт? Где я? Йоги, Реджи, это вы? О, черт, чем они меня накачали? Куча отличных товаров. Все хорошо. Конечно.
А я этого не помню. А я зачем-то помню. О, боже! Как? Как ты мог? Как? Со стороны это еще хуже. А, всего полминуты пока, дальше хуже. А, Аджай! Вижу, мой ништячок неплохо сработал. Наш ништячок? Наш, да. Накачали наркотой. Ну, наше снова. Дело предложить. Да, и ты живой вроде, чуть-чуть не считается. Зато рецепт теперь знать. Да, и ты в любое время можешь прибегнуть к этой суперсиле. Как супергерой прям. Точно. И у нас этого добра завались. Приходи к нам, когда нужен волшебный пендель. Лады? Ну а пока? Пока? Yeah.